Обидно жуть. Как раз тот самый стандарт, который обещал быть опасным, мы с вами и не увидели. Дарио Срна бьет штрафной. Мяч попадает в кого-то из игроков Андоры и залетает в ворота. 1-0. Сборная Хорватии выходит вперед. Ну ладно, повтор зато увидели, разобрались, в чем дело. Дарио Срна. Наверное, на него будет записан этот гол. Выводит хорватов вперед. Сейчас должно у хорватов пойти полег. На этот раз там Петрич вроде бы изъявляет желание пробить. Удар по воротам. 2-0. Младен Петрич, 21 номер хорватской сборной, делает счет таким, каким, в общем-то, он и должен был, наверное, стать к перерыву. 2-0 сборная Хорватии выигрывает. Отлично хорваты показывают, как они умеют разыгрывать стандарты. Но здесь, конечно, Кольда Альваруса, наверное, не должно быть претензий. Сделал он все, что было в его силах. Просто не дотянулся до мяча, который очень здорово. Тут же получает ответную передачу. Один идет против четверых. И все-таки выцарапывает мяч. На передаче Модричу не очень хорошая. Мяч отбит. Кранчер. Нет офсайда. Опасный момент. 3-0. Не выглядит совершенно расстроенным вратарь. Хотя, в общем-то, можно представить, что творится у него сейчас там внутри. Совсем неприятно пропускать 3 мяча за какие-то 10 минут. Но атака в очередной раз удалась хорватам. Вот как раз то, о чем говорили. После того, как забьешь Андоре, играть становится гораздо легче. И Младен Петрич забивает свой второй мяч. И какую же отличную передачу он получил в штрафную, а? Задержался там Оскар Сонехи, не успел вместе с партнерами выйти в момент передачи, сделать шаг вперед, чтобы Петрич остался в положении вне игры. И в итоге поплатилась Андор за это третьим пропущенным мячом. Решил пробить со штрафного, попал в защитника, и от него мяч срикошетил и ушел в угол ворот сборной Андоры. И вот и четвертый гол. Кранчера поздравляют, он на поле. Хорошая атака. Наконец, из центральной зоны забили хорваты. Да, Ника Кранчер, вот он на поле под 19 номером. Отправил, честно говоря, я его в раздевалку. Как выясняется, рановато. 4-0. Ну, блин, не по правилам. Черлука. Хороший проход. Пас в центр. Голевая ситуация. Можно бить. 5-0. Эдуардо да Силва делает счет 5-0. 56-я минута игры. Забит гол был, наверное, 55-й все-таки. Но это для дотошных любителей статистики. 1-2 секунды. Минута уже другая, может быть и важно. Эдуардо да Силва. Буба Лобана не получилось пробить. Точно, попал он защитника за 0, точно. Балабан практически один у мяча. Выглядит, что именно он будет бить. Ну, в конечном счете, и Ракитич свой мяч забивает. Хотя назвать его своим, заслуженным каким-то, наверное,
наверное, сложно. Кольда просто жалко. Спасти, вытащить такой мяч из самого угла. А, кстати, штрафной-то на Ракитича был заработан хорватами. Отличный удар, здорово играет вратарь. Что делают защитники? Совершенно спокойно там принимает футболист сборной Хорватии мяч на дальней штанге. И Ракитич первым ударом по воротам забивает свой гол в игре. 6-0.